в этом виде. Да, классная схема надевания парика. Не, ну это вообще безобразие. Меня тоже. Ради косплея, слушайте, я и полностью их сбрить готова. Брови. Я сбрею брови. Да. Ребят, людей, конечно, очень много. Всем хай! Обратите, пожалуйста, внимание на чашу, которая у меня сегодня есть. Я не просто так сегодня с этой чашей, потому что в этом видео я расскажу вам о том, как я ходила на официальное мероприятие Genshin Impact, которое проходило в Москве на днях. Коротко о моей любви к игре. Знаете, дорогие друзья, я уже не знаю, сколько лет я играю в Genshin Impact, сколько вообще... Внезапное осознание, что 2 года. В общем, достаточно много, и я должна вам кое-что показать. Я не только лишь делаю косплей, не только лишь делаю перевоплощение. У меня есть некогда... Некоторые, скажем так, преимущества в этой игре. Нет, они никак не связаны с товарищем, которого я назвала Димон. Хочу показать вам персонажей. И консту, и оружку, и все. Кормуш у нас такой. Простите, кормуш Димон у нас такой. И 3 звезды. Дед, 2. Это мой мужчина, 2. Понимаете, она была задроткой. Короче, я была заинтересована. Как вы знаете, несколько лет я уже занимаюсь косплеем, но это такое достаточно громкое слово. И на этом мероприятии я очень хотела пойти в одном из моих самых новых любимых персонажей. Я думаю, вы уже догадались, о ком речь. В общем, для тех, кто не знает, даже те, кто играет в Genshin, не все выкупают, что это за персонаж, потому что его все еще нет в основной игре. Недавно у Genshin Impact вышел трейлер, где он рассказал и показал всех предвестников Фатуи. И там была вот эта вот дама. Я когда ее увидела, я просто, о боже мой, посмотрите на нее. Ну, а потом посмотрите на меня, и как бы поймите, почему мне она так сильно понравилась. В общем, я подумала и решила, что я должна пойти в ней. И если честно, как бы было достаточно трудно, потому что персонажа-то в игре нет. Соответственно, костюма на него толком нигде нет. Его, конечно, можно было заказать, но заказ бы это мне пришел бог знает когда. Париком тоже пришлось отдавать парик на укладку специальному викмейкеру, который собирал его из кучи других париков. Но я думаю, что я справилась с этой задачей. Я заказала ручной пошив костюма. Заказала 3D-крафт и парик. И все нужно было успеть очень быстро, поэтому костюм по-настоящему фатуйски богатый получился. И вот как все было. Завтра у меня мероприятие, привожу парик в порядок и все хочу зафиксировать так, что у меня завтра все супер идеально лежало. Парик у меня супер, безумно его обожаю, но хочется довести до идеала. Это я, и это я. Ну похоже же. Я уложила парик, теперь я буду заниматься тем, что я буду пришивать крафт моему костюму. Потому что мне, короче, прислали вот такие вот звезды, и на них очень тонкие вот эти вот штуки крепления. Прикрепить их не получилось, даже если порвать костюм. Оно рассчитано прямо на футболку, на очень тонкую хлопковую футболку. Отправили мне другое крепление для крафта, но, конечно же, оно не пришло, поэтому сейчас я буду заниматься тем, чтобы пришивать его на нитки. Ну, в целом, зато оно хотя бы не упадет. Полный трындец. Я еще даже до конца не зашила, но уже выглядит тупо. Потому что это дурацкая нитка. Кот, прекрати играть с дурацкой ниткой. Ну, типа, блин, мне должны были доставить леску прозрачную. В итоге ее нет. Мне единственное, что есть, это черная и белая нитка. И выглядит как кринж. Потом в какой-то момент, туда, где я пыталась все это добро пришить, заходит Давид. И ты такой спрашиваешь, что делаешь? Я такая, ну, пытаюсь как бы тут все пришить. Начала ему жаловаться. И он такой, подожди, сейчас позвоню в магазин. Типа, если есть вот эта вот прозрачная леска, которая тебе нужна. Короче, у нас есть плащ, есть детали. В магазине сказали, есть прозрачная леска. До закрытия магазина 15 минут, а туда нужно доехать, нужно припарковаться, нужно найти сам магазин. Но, короче, Давид взял и просто ломанулся. Спасибо большое. А вот тебе я не могу сказать никаких слов благодарности. Ты вообще постоянно шелудишься в моих вещах. И охотишься на всякую хрень. Чайл, ну ты, конечно, просто вообще тот еще фатуец. Вот честно, лучше бы дедом его назвала. Я была уверена, что он ничего не успеет сделать, но он привез мне леску. Костюм спасен. Спасение костюму, Давид, спасибо большое. Все, слава богу. Она точно подойдет, потому что это именно та нитка, которая была нужна. И крючки, да. Чтобы я могла лучше зашнуровывать мой наряд. Давид, ты супер. Спасибочки, ты тоже. Хэштег все еще не развелись. Ну вот теперь другое дело. Я забыла, что у меня виниры с винирами практически нереально откусывать всякие такие штуки. Хотя я по жизни всегда пользовалась зубами. Хы-ху, хы-ху. Оп. Не думаю, что вам будет особенно интересно смотреть, как я шью костюм, поэтому я вернусь к вам, когда я его пришью. Ну что, я все сделала. Можно накрасить ногти и идти спать. И все, я буду готова к завтрашнему мероприятию. Утро. Сказали еды. Сегодня есть я буду немного на завтрак. Взяла себе только какой-то салат. Вот такой вот у меня салатик с тунцом сегодня на завтрак. На его я и поем. Макияж. Я уже пробовала делать перевоплощение в Арлекино, у меня тогда получился какой-то такой образ, поэтому сегодня я надеюсь, что получится не хуже. После того, как я намазала лицо вот этой вот штукой, осветляющей базой, я беру свой самый светлый тон, ультралайт, и обмазываемся.
Консилер теперь надо будет добавить и растушевываем. Контуринг, знаете ли, такая вещь, которую нельзя в данном случае забить. Короче, у нее на самом деле достаточно такие серые брови. По цвету они бы должны, по идее, что-то вроде как мои волосы. Но мне не нравится, как это выглядит, особенно когда это выглядит, знаете, там, типа в обычной жизни, на фотках живых, то есть без ретуши. Поэтому я буду делать просто обычные серые брови. Вот только не надо писать мне, что вы это тоже заметили. Я думаю, что меня никто за это не осудит. Не осуждайте людей. Это их выбор. Брови какие-то такие получились. Теперь делаю глаза. Глаза у нас должны быть как у Dead Inside, которому 9 лет. И он хочет психокидс. Пока получается такой достаточно грязноватый макияж, но в этом, как бы, я думаю, что есть смысл, потому что я хочу, чтобы это выглядело не как какой-то идеальный какой-то smokey eyes, а чтобы именно что-то такое странное и задолбанное. Мне кажется, это прям под вайб подходит. Я себе рисую коричневыми тенями после вот этих вот серых, именно прям синяки, чтобы у меня вид был немножко такой болезненный, но при этом красивый, чтобы был в итоге. А красоту мы будем за счет стрелок организовывать. Стрелка должна быть прям большая, потому что я еще буду огромные ресницы делать. Кто вообще ваш краш в Геншине? Кто нравится больше всего из женских и из мужских персонажей? Нет, я уже очень много раз говорила, что из женских мне нравится Нингуан. Но когда я увидела в трейлере Фату и Арлекина, я просто такая, боже, это же я. Ну, это буквально я, естественно. У меня теперь новая крашка. Я вообще не знаю, когда ее введут, будет ли она игровая или нет. Но это вот мой супер-мега-фаворит. И мне прям очень нравится. Кто сделал этот опечаток губ на... Это я. Кто же еще мог это сделать? Ты поцеловала манекен? Ну да. Мой манекен, мои губы. Ну что ж, я сейчас наконец-то приступила к контрингу. Мне кажется, что Арлекина все-таки дамочка такая более скуластая, более угловая, но то есть то, что у меня было раньше, на то, что я себе убрала, поэтому рисуем контринг. Вообще, знаете, что я крайне редко контринг рисую? Ну, в плане вот этого со скулы ненавижу, я наоборот, я щеки всегда рисую. Вот ей, мне кажется, больше подойдет такое. Так, надеваем теперь линзы. Подобрала, какие были черные. Как же я не люблю понимать, какая сторона правильная, а какая нет, потому что я никогда не понимаю. Разве азиатские, типа, не пофиг, в смысле? Да. Разве? Ну, да. Я первый раз про это слышу. Они же, типа, универсальные. Серьезно? Ну, да. Серьезно? Я первый раз об этом слышу. Вы знали об этом? Мне кажется, она меня врет. Нет, я не вру. А почему? Они же не пишут, как ты можешь понять тогда еще. Мне кажется, универсальное. Смотрите. Ну что, макияж у меня получился такой. Надеваем парик. Хотя я особо не вижу разницы между моими волосами и париком. Ай, да, на эти волосы с укладкой, конечно, надевать шапки не самое удобное развлечение, но что поделать? О, совсем другой разговор. Мне так нравится, так круто выглядит. Осталось войти в образ, а не вот это вот все. Тем временем. Ой, не свежий вид. Короче, у Лисы стукнуло 3 миллиона подписчиков, и я решила ей сделать маленький подарок, потому что у Лисы все есть, и как бы надо ей что-то подарить такое крутое, типа, чтобы прям, чтобы она прям обрадовалась, знаете, вот. И я выбрала для нее очень странный подарок. И у этого подарка очень интересная история, потому что курьер пришел, он оставил подарок у подъезда. Реально, он стоял подарок в подъезде, я выходила в таком вот интересном аутфите. Ну, в общем, как бы подарок класс. Пойдем посмотреть его. Блин, я не знаю, прям. Ой, холодильник лисовыми, давайте обзор. Ой, не могу переворачивать, короче, вот эта вот штука, это не для яиц, это... Типа, это торт. Он был на фотографии сратый. Коту больше всего нравится торт. Пожалуйста, не стынь, когда придет Лиса Дэйда. Лиса, Давид, идите сюда. Плиз, у нас будет торт из кротовухи. С кротовухой? Кротовухой. Ты сделала кротовуху? Да. Сейчас приду. Она была мастером клитбейтов. Кот! Давид! Там Каролина кротовуху принесла, пойдем пробовать. Вкусно тебе? Давид не пришел на кротовуху, но ничего страшного. Куда Давид, пожалуйста, спешу. Это не кротовуха. Так, тут написано Бента. Это тортик? Да. Почему он откусанный? Что это такое? Леша, ты не откусанный. Ты не я. Знаете, вот сейчас все смеются, мол, ха-ха, торт принесли надкусанный. Вот мне было на тот момент очень смешно, потому что буквально за минуту до этого мне приходит такое сообщение. Вы можете его прочитать и... Это очень страшно. Я желаю тебе заработать денег на кротовуху, чтобы у тебя была своя компания кротовухи. Да, с 3 минутами. Отличное пожелание, 3 миллиона подписчиков, вот, и чтобы кот не съел мою кротовуху. Да, чтобы с 4 миллионами было больше денег, поэтому тут написано «деньги вперед». Нет, ну это очень уважаемо. Мы в Фату и такое уважаем, деньги, как все дела, вкусный торт, очень любим. Напоминаю, его зовут Чайлд. Ты Чайлд? Да, это точно Чайлд. Эвил второй, кстати, его неофициальное имя — это Чайлд, вы же знали, да, это? Да, теперь все знают. Теперь все знают больше. Вы поняли, что его зовут Чайлд? A few minutes later. Блин, угадайте, кто нашкодил раз, два, три, Еввила. Если вы смотрите Арлекину, которая будет пылесосить. Смотри на это. Типа, ребят, ну это что такое? Он кофе рассыпал. Это все из-за тебя. Я не могу. Нингуан готовила. Арлекина убирается.
надеваем косплей. Так, а теперь самая важная часть будет переодевание. Ой, ребят, можно сказать, что сейчас я буду первый раз вообще мерить полноценно костюм. И это, конечно, прям вообще, потому что я не могу как можно скорее хочется надеть вот эту вот штукенцию. Она очень крутая, ну просто посмотрите. Это все ручной был пошив, 3D-крафт. Я отдала за эту штуку суммарно 1060. И я считаю, что она стоит просто каждую свою копейки, потому что это невероятно круто. Я в таком восторге. Ну что, поехали, одеваемся. Зацените, какую рубашку мне пошили. Все прям вот шилось на меня. Самое важное, это, конечно же, накидка. Мех, ты куда? Ну что, к мероприятию я явно готова. Как же это круто. Едем на фест. Мы двинули на фест. Мы едем на фестиваль. Я сняла свой парик. Он где-то там находится. И сейчас мы едем, собственно, в Genshin Impact Dotaka мероприятие. Мы уже приехали. Все огорожено, блин. 100% за Genshin фестиваля. Да, классная схема надевания парика, ничего не скажешь. Мы приехали в СЭМ. Пришли к самому-самому открытию. Здесь еще пока немного людей. Ну и хорошо, как раз пойдем оценим еду. Да, мы идем кушать. Да, сначала надо поесть, потому что что-то, конечно, поесть мы совсем нормально не успели. Надеюсь, там не будет сильно большой очереди. Идем кушать. Ой, смотрите, всюду висит, это так здорово. Реально, кто это, скоромуш. Мы приехали к самому открытию, то есть, как видите, здесь еще нет людей, хотя я видела в моих комментариях и в пабликах ВК, я тоже видела, что огромное количество людей, что люди в очереди по 2, по 4 часа стоят. Но нам очень повезло, потому что, во-первых, мы сделали бронь, а во-вторых, мы приехали сюда к самому открытию, реально, ну, ребят, вообще, просто мега открытие. А теперь мне предстоит вопрос, как мне в этом потрясающем великолепии вообще сесть. Реально проблема. Что у нас здесь есть, получается? У нас тут есть овощной суп, томатное рагу, питательный салат, шашлычок с грибами, грибная башенка, можно сказать, такие оладушки. И с этой стороны есть тушеное мясо, цыпленок в медовом соусе, ягодная газировка, яблочный напиток и блинчики к чаю. Я думаю, что я возьму себе томатное рагу и блинчики к чаю, и я буду ягодную газировку. Блинчики с чаем я у тебя украду. Я с тобой делиться не буду, я вообще-то фатуйка, я злодейка. Все, путешественники все делают всегда, еще готовить скажи. Ладно, сейчас придумаю. Так, здравствуйте, смотрите, можно нам, пожалуйста, томатное рагу, два блинчика к чаю, две порции ягодной газировки, тушеное мясо с яблоками и оладушки. Да, ты хотела манштадские? Да. И манштадские оладушки. Смотрите, я только сделала заказ, и мне сделали вот такой вот подарок. Девчонку принесли такую красоту. Спасибо вам большое. Нам принесли наш первый заказ, и это мне оценивает Лиса. Попрошу арлекина. Ой, блин. Кстати, напиток реально очень приятный. Ты когда, короче, пьешь эту штуку, ты будто это цедишь вампирша. Реально вампирша. Супер. Так, что это у нас? Так, смотрите, значит, здесь у нас мясо. Кстати, мне очень нравится, прикольно выглядит. Тут даже цветочек положили, по-моему, в игре также. Подожди, давайте сравним. Это мясо с яблоком. Угу. Да, здесь нет цветочка, а здесь положили. Но цветочек мне нравится. Выглядит хорошо, приятно. Это томатное рагу. Ноль комментариев, выглядит хорошо. Ну, манштадские оладушки с кедровыми орешками идут. В целом тоже как на картинке. Я всем довольна. Мне, в принципе, все нравится. Да, красиво. А теперь давайте тестировать. Я начну с этого. Я вам честно скажу, есть в парике настолько неудобно. Это просто жесть. Ну-ка. Давай. Похоже больше на томатный суп. Но по вкусу вкусно. Знаете, на томатный суп гуляш. Вот на что это похоже. Вкусно. Больше всего мне понравился суп. Ну, я, в принципе, по супам больше. Кстати, в нем есть тоже кусочки мяса. Нам принесли десерт к чаю. Мы уже на самом деле наелись. И я, честно говоря, почему-то была уверена, что там будет два блинчика. Но тут их раз, два, три, четыре, тут пять панкейков. Да, они очень красивые. Какую-то еду. Есть еду. Панкейки? Класс. Интересно, чем соус? Там еще есть соус прослойка на каждом уровне. Это очень вкусно. Да, я ставлю максимальный лайк, не зря мы сюда пришли. Так, нам принесли счет, сейчас мы все оплатим, но смотрите, что нам принесли самое главное. Это две вот такие вот открыточки. Одна с Футао, другая с Райден. Это просто восторг. А тебе тем временем принесли открыточку с Райден. Ура! А мне с Футавой. Кстати говоря, по поводу карточек. Если что, эти карточки давались бесплатно всем посетителям кафе. Я, собственно, туда с подругой пошла, соответственно, нам дали эти две карточки. И мне кажется, это очень круто, потому что такой потрясающий сувенир на память, который тебе остается. Во, класс. После еды мы вышли из ресторана, чтобы глянуть, что еще есть на ивенте. И тут, кстати говоря, очень много всего, но это небольшой спойлер. И короче, оказалось, пока я была в рестике, меня нашли подписчики и ждали, пока я выйду. Я просто, короче, ребят, оказалось, что они нашли меня и начали выкладывать фотки со мной в мой же телеграм-канал. И в итоге тут образовалась фан-встреча. Когда я вышла, была прям огромная толпа людей, и я даже немного растерялась поначалу, но меня узнавали ребята, мы с ними фотографировались, кому-то даже раздавала автографы, это что-то на известном только что было. И, короче, знаете, мне еще подарили огромную кучу подарков. В конце видео я покажу вам распаковку, но мне было просто бесконечно приятно. Спасибо вам большое, вы прям все
супер класс, супер человый, обожаю, люблю. А помахайте мне. Спасибо. Ты приехала из Казахстана? Да, супер. Ради меня? Да. В общем, я тебя с 18 года смотрю. Боже, мне так приятно. Выросла на твоих видео, честно. О, боже. Да. Смотрите, какая огромная очередь там. Это все идут попробовать вкусняшки из Геншина. Давайте я покажу вам, что вообще было на фестивале. Начнем с того, что фест вообще сложно было не заметить. Весь этаж ЦДМ был оформлен как Геншин. Просто посмотрите на эту красоту. Это же очень... Кли, смотрите, кли. Кли. Но больше всего мне понравились стенды, с которыми можно было сфотографироваться. Смотрите, кого я нашла. Это, кстати, ссылка на скачивание игры. Если вот сюда вот навести, я проверила, потому что мне было интересно. Можете тоже сейчас, если вы с телеком, например, смотрите, навести свой тельчик, так вот сделать и посмотреть. Я тут, знаешь, иду. Приходит Шанхе. И Шанхе такая, это тебе. Я такая, ну я заберу. Как тебе мероприятие? Прекрасно. Тебе все нравится? Сейчас, да. Что ты уже поделала? Я уже получила себе карточку, плакат. А, да, я вижу, вот у нее уже профессиональный плакат. Посмотрите, со скоромушем, ну красота какая. Познакомилась с новой девочкой, между прочим, благодаря тебе. Да, ой, я очень рада. Тебе как вообще мероприятие? Тоже очень нравится. А, вы уже все получили, ну, с Джон Ли, конечно. Ребят, людей, конечно, очень много. Было очень много людей, и это супер круто. Ибо представляете, сколько единомышленников по игре собралось в одном месте. Смотрите, я нашла ей Мику, ну какая просто красотка. Скажите, пожалуйста, как вам мероприятие? Мероприятие чудесное, я уже была в кафе, еда очень вкусная. Что ты ела? Я взяла манштадтские оладушки и блинчики к чаю. О, я тоже их брала, мне тоже понравилось. Блинчики вообще супер. Так, Кей, скажите, пожалуйста, как вам мероприятие? Потрясающе. Нравится? Да. Любимый персонаж? В Геншине. Yeah. Естественно. Короче, ребят, первое, что я пошла делать на фесте, это забирать свой подарок. Получить его, короче, можно, говоря, было двумя путями. Это либо выложить фотографию с мероприятия и отметить его, либо отправить открытку. Но я выполнила два условия. Мы идем класть пожелания для Доки-Доки в Тайват. Что? Да. Здесь, короче, куча карточек. Можно выбрать любую, а потом написать поздравление. И отправить его вот туда вот, и получить подарок. Ну, мы сейчас с вами кого будем выбирать? Ну, я думаю, что мы, конечно же, Сяо возьмем. У меня есть Сяо. Все, сейчас будем его подписывать. Если ты проснулся с ножем у горла, если монстры вцепились в тебя, если смерть стоит у порога, скажи мое имя, адепт Сяо. И я приду на зов. И сейчас еще нужно будет заполнить вот такую вот штучку, здесь написать пожелание и отправить ее в контейнер. Вот в этот почтовый ящик. Сейчас мы будем писать пожелание. Ну что мы хотим? Мы хотим Аль-Хайтама. Очу. 6 Аль-Хайтамов. И еще релиз Ковеха. Ну что мы еще можем пожелать? Сердечко. И отправляем теперь мы вот сюда. Кстати, смотрите, какая классная штучка. Я в полном восторге. Да. Все, смотрите, Лисе дали плакат. Спасибо. Нет, ну поставим рядом с утром, как бы позируем. Здесь есть плакат. Эван служит. Можно, пожалуйста, подснять плакат на фоне Тарталии? Блин, это обложка, ты можешь сделать? Эван, сделай такое лицо, как было. Лиса, сделай милое лицо. Внимание, милое лицо Арлекина. Отлично. Я лучше никогда не видел. Кто это? Крамуша? Да. Тебе не жарко? Может, а тебе не жарко? Вы обе в шубе, это я в летнем молчу. Мне прям вообще даже в этом очень жарко. Да, жарко тебе? Да. Махать. Так. Футболку снять. Футболку снять? Оригинал. Жалко пародии. Я абсолютно в восторге от всего, что я вижу сейчас. Как тебе мероприятие? Шикарное. Мне очень нравится, как ты обыграла Кутау с Тарталией. Сзади он такой стоит. Не три раза, если тебя держит в заложниках. Да. Как многие писали, я не держала его в заложниках. Он сам со мной стоял, это его выбор. Угу. Кто любимый персонаж? Лимин. Ура! Молодец, прошел тест. Короче, прикол в том, что на этом мероприятии, естественно, я не была заявлена как косплеер. Но я буквально шла туда влог, чтобы это снять. И когда я пришла, естественно, было очень много людей. Возникло огромное столпотворение вокруг меня, потому что подписчики меня узнавали, хотели со мной сфотографироваться. В какой-то момент организаторы просто подошли и спросили, не хочу ли я постоять на стенде, чтобы, ну, люди могли со мной пофоткаться уже как с косплеером. Мне даже вот такой вот бейджик дали. Ну все, ребята, официально, как бы Геншин косплеер, понимаете, все, это уже не шутки шутить, это важно. Мне тоже. Я постеснялась клеить на дичь. Я бы тоже постеснялась. Ах, Геншин класс. И в итоге я стояла с ребятами, косплеерами, и вот, собственно, постояла на косплей стенде. Такая вот она была, конечно, косплеерша, да. Я видос снимаю. Двигаемся. Мероприятие прекрасное. Мне все нравится. Атмосфера, люди добрые. Все подходят, фотографируются, радуются. Очень много взрослых людей, которые приходят с маленькими детьми. Все такие очень мило. Прям ламповые малютки. И родители спрашивают, как правильно отправлять посты, как, что за игра. Это очень приятно, что вот...
очень по-доброму относятся к взрослым людям. Из смешного подходит, спрашивает, играем ли мы в Геншин. А вы играете в Геншин? Нет. А что за игра, да, вообще? Я не знаю. Как вы могли заметить, тут было очень много классных косплееров, в том числе от самого мероприятия и просто гостей, которые с радостью, кстати, все фотографировались. Это относится и к гостям, и к тем, кто на стенде стоял. Я прямо очень рада, что такая творческая стезя, как косплей, растет и развивается. И что косплееров приглашают участвовать в мероприятии, и это прям реально здорово. Ну и то, что реально ребята приходят в косплеях, это было супер классно. Как тебе мероприятие? Очень нравится, очень рад, что я здесь участвую. Приятная атмосфера, все ребята, с которыми мы работаем, просто солнышки, поэтому вот. Это правда, вы очень милые. Любимый персонаж? Да, и Вика. Конечно, ну посмотрите на эту богиню, ну как иначе? Косплееров было очень много, но у меня такой вопрос дня. В каком косплее пошли бы на подобное мероприятие вы? Просто посмотрите, ну какая красота, еще из арфы. Как тебе мероприятие? Мне безумно нравится, тут столько много крутых людей, прям. Таких, как ты. Спасибо большое. Здесь еще, оказывается, можно заказать себе рисунок на выбор. Можно выбрать любого персонажа, который уже вышел, тебе он рисует. Каждый так. день у нас проходит лотерея с художниками в час дня. Ага. 10 счастливчиков, которые вытянут особенную пайман. Нарисованную, ага. любую. Это особенная пайман, да. любая нарисованная. Они разные. Ага, ребята, запоминайте. Вот. Они могут выбрать у нас любого персонажа из Геншина, и мы его рисуем. Очень здорово, прям любого. И нетрудно догадаться, какого персонажа я попросила нарисовать. У вас есть одна секунда, чтобы угадать, уже на самом деле больше. Я думаю, что у нас будет Сяо. Сяо? Сяо, абсолютно, Сяо точно, да. И представляете, она нарисовала этот тарт за 10 минут. Сяо в процессе. Вам спасибо большое. Смотри, какая красота. Ну просто, вот у меня теперь спасенный Сяо. Класс. Шикарно. На самом деле, мне очень нравится мероприятие. Я первый раз пришла на косплей мероприятие, не скрывая своей личности. И это был очень хороший экспириенс, потому что обычно тарталью не даст собрать задний план. Мне тоже очень понравилось. Да. Я маскируюсь. Я задонатить на это мероприятие свою мору. Да, сколько сдонатил? Много. Деньги. Ну, я дал Джуни, потому что он голодный. Ну, да, там как обычно. На самом деле, мне безумно понравилось это мероприятие. Я пошла туда с моими друзьями, и мы реально круто провели время. С ними, кстати, тоже очень много людей фоткались, потому что они пошли в косплее. И, блин, знаете, было реально здорово. Мы классно поели, мы классно пофоткались. Конечно же, мне подарили кучу подарков. Я поучаствовала в различных ивентах, в различных развлечениях. Декорации были реально потрясающие. Это было очень здорово, когда ты идешь и просто весь CDM украшен Геншин, это было мне, короче, максимально зашло. Кстати говоря, игру Геншин Impact можно скачать по QR-коду, который вы видите на экране. После фестиваля. Это был просто офигенный день. Я, конечно же, достаточно сильно устала, потому что, мне кажется, в своей жизни так много не обнималась ни с кем, как сегодня. Было просто потрясающее мероприятие, мне очень понравилось. И мне подарили кучу подарков. Так что сейчас я, наверное, смою макияж, переоденусь, и давайте посмотрим, что мне сегодня подарили на мероприятии. Знаете, все-таки вчера я не вывезла. Я сегодня встала вот в таком состоянии, мне лень даже причесываться. Но давайте посмотрим, что мне вчера подарили на мероприятии, потому что там очень много подарков, и я реально все это время ждала, чтобы их не распаковывать, чтобы распаковать с вами на видео и показать вам. Вот такой вот большой у меня пакет. И внутри этого пакета еще пакеты. Давайте все посмотрим. Пакет. Первое. Это у меня вот такой вот плакат с мероприятием. Со скоромушем я вам тоже показывала. Потом здесь у меня есть фигурка Нинглан. Мне ее подарили. И это очень мило. Это специальный мерч. Блин, ребята, Нинглан — это одна из моих самых любимых персонажей. Я уже об этом много раз говорила. И мне очень приятно. Две вот такие вот открыточки. Это тоже, короче, эксклюзивные открытки, потому что на каждой из них есть супер штрих-код, то есть это прям вообще очень, на самом деле, крутой подарок. Это выглядит как обычная открыточка. Дальше у меня тут вот такой вот пин, но это как guilty pleasure абсолютно максимальный. Спасибо большое. На самом деле, я безумно рада, что так много людей ко мне подходили, делали мне подарки. Я реально смотрю видео и фото, которые вы сделали, я такая, блин, это было очень круто. Так, дальше мне нарисовали вот такой вот арт, передали мне его. Потом у меня есть вот такой вот рисунок Сяо от Артера с мероприятием. Мне подарили шоколад. Еще шоколадку. Потом у меня здесь Сяо. Сяо все-таки все еще лучше, мальчик. Далее мне подарили много вот таких вот конфет. Ручка с Беннетом. Ручка с Беннетом, супер. Ручку с Дельком. Восторг. У меня есть что-то вот в таком вот пакетике. Вау! Здесь были браслеты из бисера в моих любимых оттенках. Здесь у нас получается черный и оранжевый, а здесь у нас черно-розовый. Дальше у меня здесь был вот такой вот значок. Значок Сяо. Это просто восторг. Спасибо вам большое. Ох, а теперь мы приступим к самому большому, что у меня здесь было. Тут еще две вот такие вот большие штукенцы. В них что-то мягкое. Я подозреваю, это какая-то одежда. Вы пока просто не понимаете, что это? Или вы уже понимаете, что это? А,
Петь, Лиз, не бросай. Это топ в стиле моей песни. Не бросай, ему так удасай. Охренеть, я в шоке. Я не знаю, что сказать. Это же просто шикарно. А здесь булавки нереально. Это сейчас надену. Я все еще в шоке. Посмотрите, как круто этот топ выглядит. Это очень круто. Боже, я в таком восторге. Есть еще одна такая же картонная упаковка. Как, сука. Понимаю, это юзернейм человека. Тут еще шильдик. Тут еще открытка была. Да вы издеваетесь надо мной. Охренеть. Просто посмотрите, ребят. Это по мотиву моего снэпа, который мы делали к релизу песни. Я в шоке. Кстати, снэп мне тоже подписчица делала. Она просто сначала сделала эдит. Я это не заметила. Я написала, давай ты будешь делать мне все эдиты. И мы сейчас вместе с ней работаем, потому что это просто, ну, офигеть. Вы знаете, я всегда очень поддерживаю творчество моих подписчиков. Я не могу. Я просто в шоке. Ребят. Я не знаю, что сказать. А еще здесь был конверт. А, это просто уход за кастовыми вещами. И здесь было две вот такие вот штучки. Спасибо большое за все. Как я счастлива, что у нас есть мой YouTube-канал, что мы можем с вами встречаться, потому что это было шикарно. Я очень надеюсь, что вы классно провели время, потому что я классно провела время. Спасибо вам большое за подарок. Я вас очень сильно люблю, ценю, и всем пока! Хорошего вам года, потому что это первое видео этого года. Люблю вас! 24 часа как персонажи из Геншина. А еще в этом видео будет мини-Джунли, поэтому кто найдет мини-Джунли, напишет тайм-код, получит лайк. Шаг первый. Выбрать, за кого я буду отживать. Делюк, Казуха, может быть, поиграть за Бал, я даже не знаю. Простите, пожить. Альбеда, или может быть, мне выбрать моего любимого Сяо. Кстати, это один из моих любимых персонажей настолько, что я даже под него сделала прическу, если вдруг не знали. Кто так стрижет? Но все-таки выбор пал на нее. Воля небес группировки Цейсин. Ее богатство несравнимо ни с кем на континенте Тейвата. Если что, ее зовут Нингуан. Глава 1 шопинг и кастом. Нингуан в игре выглядит вот так.